Дорогие друзья, вот уже много лет проект «Букник» каждый год отмечает свой день рождения летом на одной из открытых московских площадок. Некоторые даже называют это событие главным еврейским летним праздником в Москве. Не знаю, так ли это. За эти годы мы пригласили сюда множество музыкантов из Израиля, Германии, из Украины, Белоруссии, Петербурга и Москвы. С каждым годом приходило все больше и больше людей для того, чтобы танцевать, веселиться, услышать результаты конкурсов, которые у нас проходили на Букнике, получить призы, услышать какие-то смешные стихи и повидать друзей. 2 года назад мы вышли на новый уровень и устраивали свой день рождения в парке Горького. Вот знаменование этого случился ливень, но все равно несколько сот человек танцевали под этим дождем. В прошлом году погода была отличная, и в саду Баумана было около 1000 человек. В этом году мы тоже хотим отметить день рождения Букника, как и все прошедшие годы. К сожалению, в этом году у нас совсем нет денег на его организацию. Поэтому, думая проводить праздник или отказаться от этой идеи, мы все-таки решили обратиться к вам, к тем, кто приходил все эти годы на этот праздник, к тем, кто все эти годы читал Букник, читал газету, читал сайт, смотрел видео, которое живет на нашем канале на YouTube. Мы решили обратиться к вам всем, друзьям Букника, с просьбой собрать денег на проведение этого праздника, на музыкантов, на звук, на организацию, на то, чтобы все было хорошо. Никто не знает, что ждет нас в будущем, и поэтому хотелось бы хотя бы в этом году собраться всем вместе, повеселиться, послушать музыку, потанцевать и увидеться друг с другом. Мы будем очень благодарны, мы будем очень рады, если это получится. Спасибо вам большое.